Бороться с киберпреступностью сотрудникам полиции теперь будут помогать интернет-провайдеры. Сегодня обе стороны подписали в МВД соглашение о сотрудничестве. В Министерстве внутренних дел отмечают, что в последнее время киберпреступность активизировалась. Появляются факты взлома банковских карт, распространения во всемирной сети детской порнографии и экстремистских материалов. Полицейские не скрывают, что зачастую вычислить преступников сложно. Они изобретают новые способы мошенничества. Теперь на борьбу со злоумышленниками встанут те, кто во всемирной паутине ориентируется, как рыба в воде. Это соглашение интернет-провайдеры и полицейские планировали подписать давно. Воплотить идею в жизнь удалось представителям общественного совета МВД. Во время процедуры подписания документа стороны договорились, что приступят к совместной работе уже в ближайшие дни. За круглым столом они договорились составить памятки безопасного поведения детей в интернете. Дальнейшие действия на пути борьбы с киберпреступностью специалистам еще предстоит обсудить.